Здравствуйте, ребята. Беру я свои серебряные ножницы, только что пришел я из Укрпочты, где пришла мне вот с розетки вот такая бандеролька. Ну, тут такие, на почте я не стал раскрывать там, потому что очередь была, и быстрее, потому что, ну ладно, не в этом дело. Дело в том, что сейчас пришло, мне самое интересное, как оно дошло, потому что я же не открывал я и не смотрел там. Меня спросили, будете проверять, я не стал, потому что, вот, ну, думаю, Укрпочта, и это, ну, как бы, доверяю розетке, доверяю этому. Сейчас посмотрим, что же нам прошло тут. Пришло нам вот такой пакетик. Так, что тут еще? Ага, бумажечка какая-то, наверное, гарантийный талон. Так, теперь что нам пришло? О, видите, как всегда. Как всегда, молодцы вот. Это Укрпочта. Вот такой пакетик. Ну, теперь вы, думаю, догадываетесь, к чему это все дело идет. Вот она. Так. И а тут вот такое вот идет. И что же еще? А еще, наверное, а тут больше ничего не вижу. Ну, ладно, пока уберем это вот сюда. Вот. Посмотрим, что тут. Что здесь? Здесь должно тогда, по идее, два быть. Два. Чего-то два. Если они так сделали, то это они молодцы, что так сделали, потому что там есть одно такое штука, которая может она разбиться. И в комментариях часто пишут, что пришло разбитое, и что теперь делать. Ну, вот это я говорю, что я там на почте начал раскрывать, там очередь, люди. Я тоже так стоял передо мной, один, два, там посылки отправляет, получает. В общем, так она. Ну, ладно, давайте открывать. Это у нас защитное стекло. Ну, думаю, пока, судя по коробочке, вроде должно быть целым. Сейчас мы откроем с вами и посмотрим. Так, что тут оно? О, видите, упаковано хорошо. Тут ничего нету. О, а я переживал, так тут и салфеточка есть даже. Ребята, а я распереживался, чем я буду протирать. Так, надо будет только, ну, стекло. О, видите как, это что я, это я дотронулся, но, ну, вроде бы как бы целое. Ну и хорошо, что оно целое. Я больше всего переживала. Думаю, они так бросят его. И когда на почте взял, думаю, что там такое в пакетике? Такое отдельно. А, ну вот этот был пакет. Оказывается, стекло все нормально. Значит, мы это сейчас все на место. Потом будем. Я в интернете выслежу, как наклеивать стекло. Потому что неохота идти, чтобы кто-то там наклеивал. Вот. Это мы вот так вот. Значит, тут для каких... для смартфонов. Ну ладно, я фотки сделаю. Ну и это ж вот так было, да? О, сейчас все это по науке сделаем, как оно было, а то видите вы как, чтобы. О. Так, это вот сюда. Это вот сюда. Хорошо упаковано, молодцы. Китайцы молодцы, упаковали так, чтобы дошло. Я же говорю, вот я сколько читал и переживал, думаю, как оно дойдет. Самое больше, думаю, хотел на почте, потом думаю, да ладно. Вот, и часто пишут, смотрю, что пришло разбитое. Ну, вроде целое. Там будет видно. Ну, и вот такой вот. Чехольчик, где тут он? Как он? О, тут что тут больше? А, еще какая-то бумажка. А, не бумажка, это просто коробочка. О, такой вот это лоточек надвигается. Ну вот он, видите, какой чехольчик. Ну, пишут, что магнит плохо работает. Да, вот когда вот такая вот защелка есть, мне больше нравится. Вот так вот раз застегивается, оно лучше держит магнит. Ну, вроде бы как будто вот прищелкивается. Тут он силиконовый. А, вот так можно как это ставить. Вот это мне нравится. О, можно так ставить. Это у нас для чего?
А для чего? Это для карточки, может быть. Но мне больше нравится, когда вот так вот много, там раз-раз-раз что-то бумажечку вставил, а тут вот так вот сет, это, а вот тут сеточка, это как вроде планочка, но это сеточка, вот отверстие. Так, что тут у нас, эти карабулечки, это у нас для пальца, это для камеры, ну, это вот, ага, ну, вроде как бы, конечно, это, ну, ладно. Будем смотреть, как оно там будет получаться, что оно там будет, как оно будет. Это мы сейчас разберемся. Ну, сейчас перейдем к главному. Вот это мы пока уберем. Это мы уберем. Ну и вот это вот сейчас смотрите. Раз, и вот здесь вот написано. Redmi 9C NFC. Вот он, видите? Какой цвет, я даже и не помню. Я заказывал какой цвет. Вот он. Так, что тут, какой год, я ничего не вижу. Ага, 20. Вот видите, плохо вижу. Зрение у меня. Так, сейчас мы где тут, ага. 22. 10.22. А сейчас это уже... Ага, 10.22. Полтора года, больше чем полтора года. Ну так и коробочка такой вес имеет. Ну теперь сейчас мы возьмем где-то. Тут у меня такой был маленький ножичек когда-то. Вот. И сейчас мы это все откроем. Вскроем и откроем. Вот так вот раз. Вот так вот два. Что-то тут не прорезал я, да? О, это очень ответственный момент. Надо так аккуратно там. Вот как вот я так вот смотрю, как вот там есть распаковки делает. И хватит, показать, что он такой крутой. Он рвет все, этот пакет разорвал. Этот чехол-то, как вот эту коробку тоже разорвал, так все это раз делал. Ох, какой он, какой крутой, чем так вот. И потом это все бросает вот так вот. Чем покруче, тем. Ага, это уже вот видите, с новым значком. Мяу, видите? А что тут грязная коробочка такая, что ли? Непонятно. Вот, закругленными краями. Ну, теперь так вот видите, как она. Плотно так и. Оп. Вот он. Оп. Вот он смартфончик сам. Так, теперь это нам не нужно. Сейчас мы на место покладем, положим, чтобы оно там нам не мешало, не отвлекало. Так, и что же смотрим в комплекте? Ну, говорят, комплект. Скрепочка. Чехла, говорит, нету. Не наклеена. Пленка не наклеена. Так что такая, говорят, скучная. Ну, макулатура тут всякая, видите. Ой, так. Волнуюсь. Давно таких раз. Ну и что, ну, зарядка, как говорят, обычная. Вот обычная зарядочка тут. Насколько-то там, вот, я сейчас говорю опять. Это надо мне увеличитель брать. Стекло увеличительное. Так, и здесь у нас, что у нас, USB. USB и микро-USB. USB, микро-USB. Ну и ладно. Вот так вот. Это я взял своей хозяйке на подарок телефон. Она у меня работает. Поэтому решил ей подарок сделать, чтобы она была повеселее. Вот он. О. Так. 6. Ну, почему я такую взял? Потому что она мне сказала, ну, разговор у нас был, она еще не знает, что не хочет она большие телефоны. Я сейчас, который я нашел, самый маленький, 6, 53 дюйма, вот, 5000 миллиампер, камера 13 мегапикселей, Megatek Helio G35. Здесь у нас что? 3 камеры, вспышка и отпечаток, сканер отпечатков пальцев.
Вот такой вот телефончик. Так что вот это вот. Сегодня Мяша руки трясутся. Так, теперь сейчас попробуем сделать первое включение. Руки трясутся. Оп. Так, ну еще. Тут все нормально, блестит. Такой тоненький он вообще. Ну и попробуем сейчас включить. Кнопочка вот она. Лоток вот он. Так, а ну сейчас мы сейчас делаем вот так вот. Откроем же это самое. Откроем. Оп. Так. Где она тут? Дёрочка. Ля, не попадешь. О, туго так, смотри. О, видите, какой на две симки и на карту памяти. Так, а что тут написано? Что тут написано? Сейчас мы прочитаем, где она тут. Да я не прочитал, какой тут у нас. Ой. Так, что тут написано? Три 64. Три оперативки и 64 памяти. О, все нормально. Ну давайте сейчас включим, попробуем его. Попробуем включить. А может сразу вставить в этот чехол? А ну-ка, давайте сейчас я попробую вставить. Где тут чехол? Где я дел чехол? А вот он. О, вот он чехольчик. О, и тут раз вот так вот берешь. Оп, и выдвинул. Выдвинул и задвинул. Раз, два, три. Раз, два, три. Видите, какой чехольчик сейчас. Вот сюда вот так вот, раз, кнопочками, чтобы сразу проверить кнопки. И все ли совпадает вот тут. Не уронить бы, то телефон уже не мой. Тут смотрим. Ага. Это у нас что такое? Я не знаю, что это такое. Это для наушников. Это микрофон. Это микро-USB. Это динамик. Так, ну ладно, сейчас мы попробуем. Кнопочки вроде работают. А ну-ка, зажимаем кнопку питания и держим. Держим, 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 держим. А оно что-то не включается. Вот так вот. Не хочет. А что ж такое? Не дожимаю кнопку, что ли? Ну-ка. Не дожимаю кнопку, что ли? Или он разрядился полностью. Смотри. Не включается. Или не хочет включаться. Не включается. Ребята, больше ставить на зарядку. Может, за это время он разрядился. Да ну сколько ж держать. Должен же.
Должен же зарядиться, чей-то быть заряженным. Не хочет. Ну что ж, ладно, сейчас попробуем подключить зарядное. Так. Вот так вот, ребята, что напугает так, что не хочет включаться. Плотненько так. Куда нам тут, где нам тут найти розеточку лишнюю. Так, вроде включил микро USB. Да правильно же включаю, правильно. Вот так, все, включил. Как понять, заряжается, не заряжается? Ладно, подождем минут 5. Подключил его зарядку. Показывает, что заряжается, видите? Идет зарядка. Сейчас я гляну по прибору своему. Вот. Было, включил, значит, было 160 миллиампер он брал при зарядке. Потом 480, а сейчас ампер, 1 ампер 45, 450 миллиампер берет. Значит, пошла точно как положено, вот это, что говорят, сначала аккумулятор берет немножко зарядки, потом ток заряда, потом он выходит, режим берет на полную, сколько там положено, и в конце тоже там снижается, ну, вот это, кому, да так, я примерно знаю. Вот, уже он набрал 30 миллиампер. 30 миллиампер час набрал. Ну, ладно, пускай позаряжается, посмотрим. Так, что-то тут показалось на экране. Проценты какие-то зарядки показались. Уже сколько тут? 1%. 1% зарядился. Вот. 1%. Это у нас сколько? 122 миллиампер часа. Ток зарядки сейчас у нас идет 100 ампер 80, 800 миллиампер, 1,8 ампера. Вот он, видите, заряжается. За 12 минут он уже 303 миллиампера часа заряжены. А ток зарядки 1804-840 миллиампер. Да, вот это мне интересно, что неужели он это сколько, 22-й, 23-й, за полтора года, что саморазряд такой, или не был заряженный аккумулятор, или так сам разрядился. Ну, вот уже жалю. Уже сколько тут вот. 6% уже зарядился. За сколько? За 15 минут 6% зарядился. Так что будем ждать, как тут говорил. Помните? Кавказская пленница говорит, будем ждать. Сдавай, так и вот. Мы ждем тоже, чтобы зарядился. Потом будем включать. Так. Показывает, что 100% зарядился. 100% зарядка. Сейчас я покажу вам, что на приборе она показывает. Вот, видите. За 3 часа 21 минуту
зарядился до 100%, но еще продолжает заряжаться. Вот идет ток, еще он 260 миллиампер зарядный ток идет. Ну, посмотрим. Значит, за 3 часа 22 минуты зарядился до 4685 миллиампер часов. Вот. Ну, еще заряжается. Еще побудем, посмотрим. Вот. Заряжание, зарядка остановилась. Он, видите, значит, 0,01 миллиампер. Вот. И за 3 часа 47 минут зарядилось до 4777 миллиампер часов. Вот такой результат. Ну, я не знаю, что это. 5000 написано. Вот, но, может быть, надо, чтобы он разогнался, этот аккумулятор. Говорят же, что сначала такой не будет. Ладно. Ну, первая зарядка вот такая вот получилась.